Наташ. Всем привет. На связи Антон. Очень приятно вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого хорошего, наилучшего, успехов, удачи, процветания в личной жизни и всего-всего самого хорошего. Я сейчас нахожусь в Америке, дружусь. А в каком городе, Антош, в каком городе вы? В Нью-Йорке. Ага. Также работаю над вокалом. Есть определенные успехи. В частности, направление мое сейчас — это мюзикл. Я пою, исполняю песни из мюзикла. Из мюзиклов разных. Собственно говоря, ну, то, чего добился, это уже, так скажем, большой прогресс. Uh-huh. Спасибо вам большое всем на добром слове. Uh-huh. Было очень много комментариев позитивных, что меня, так скажем, подбадривало, помогало. И верили в тебя. В преодолении всех своих uh-huh. препятствий на том пути. Спасибо большое, что верили в меня. Это все просто неоценимо было с вашей стороны. Спасибо, очень огромное. Тебе спасибо, Антоша. Счастливой тебе, удачи тебе. Чудесно первое твое Рождество, которое ты встретишь в Соединенных Штатах. Да, собственно, скоро, 25-го. Скоро, да, скоро. Тебе самых приятных ощущений, которые ты получишь, находясь в Америке. Ну и самое главное, конечно, в преддверии наступающего Нового года, хочется, чтобы Господь тебе подарил чудесную девушку, чтобы ты подружился. А, да, это тоже бы не помешало. Ну, дай Бог, дай Бог. Дай Бог, будем надеяться и верить. Передаю привет большой всем, с кем мы, так скажем, пересекались одно время: Александру Валерьевичу, Веронике, Дианке. Угу. Сарьяна, тебе тоже привет, хоть мы и не знакомы с тобой. Угу. Всему нашему классу. Даст Бог, конечно же, я приеду еще в Красноярск, и мы все еще раз увидимся. И будет очень приятно, если мы даже еще... И будет очень любопытно, потому что ты мне говорил в приватной беседе, что нельзя снимать там вот школу, в которой ты сейчас занимаешься, помимо твоей работы, съемки запрещены. Конечно, люди будут спрашивать, а где посмотреть, послушать Антона? Ну вот там сейчас пока запрещено это, да? Ну, сейчас пока, но с января месяца я попал в класс к одному преподавателю, мужчине, и он разрешает снимать. Так что я думаю, мы будем ждать тогда, дорогой. Видео пришлю. Хорошо, обязательно пришлешь тогда, чтобы мы посмотрели и порадовали за тебя. Спасибо тебе огромное. Огромное спасибо. Ну, хорошо. Пока, Антош. Счастливо. До свидания.